Всем привет! Сегодня идем на концерт Imagine Dragons. Он, правда, уже закончился, а чтобы его посмотреть, то давайте оставайтесь со мной. Поехали начинать этот влог. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня начинаем влог, и вечером мы идем на концерт, наконец-то мы дождались. Imagine Dragons в Липецком. Будет круто. Погнали. Возможно, возьму с собой фотик, но снимать на концерт на него смысла нету, потому что микрофоны у него хреновые, и когда басы, то здесь все хрипит, ничего не будет слышно. Возможно, ну, на пяточек секунд, там, пару песен, наверное, запишу на iPhone. Вот почему-то iPhone сделали суперским. Он гасит все вот эти низкие частоты и пишет все прям вообще ровно. Так как сейчас зима и топят батареи, воздух, ну, как выгорает, становится сухим. Мы вон все даже растения сейчас пытаемся привести в порядок. Сейчас, наверное, настало время собрать увлажнитель. Тюб, будем собирать? Пойдем скорее собирать. Так, это у нас основная часть. Похоже на Mac Pro внутри. Тоже здесь видите, этот, как его, не знаю, механизм, моторчик, вентилятор. Сюда стекает вода, там что-то она делает, и в итоге она выходит вот здесь вот таким дымком. Вот такой целый резервуар. У нас до этого был Philips, сейчас вот пользуемся Dyson. Ну что могу сказать, красиво. Опа, так, вставили. Ну и сзади там питание. Эх, не могу найти. О, вставили питание и сеть. И клавишу включения. Опа. Сейчас он через минутки 3 начнет работать. И тюбик будет увлажнен. Филя. Просто филя. О, такую еще штуку привезли. Блок питания для компьютера. Очень хороший. Siasonic. Называется. Еще даже не распаковывал. На 750 ватт. Очень, очень вообще прям прикольный. 12 тысяч рублей стоит. А, как он здесь... Что-то называется-то 80 плюс Gold. А, нет, это не то. Не то. X-Series. Вот. Advanced DC Power Conversation Technology for Ultimate Performance. И написано, что уже пригоден для Intel Hustle процессор. Прям так уже и хочется собрать какой-нибудь хороший компьютер, основываясь на блоке питания. Неожиданно. Че замерли-то? Эй, тихо, куда стоять, все, поймано. Нормально так, все уже освоились. А какой зверь живет у вас под компьютером? Когда-нибудь заглядывали? Походу, и там нравится. Кстати, совсем скоро уже буду записывать обзор на новую карту памяти, которую мне прислала компания Transcend. Вот это на 128 гигабайт. Который я собираюсь использовать для своего нового устройства для записи 4К формата. Вот, она очень быстрая, и, соответственно, сюда влезет много видео. Не нужно будет заботиться о объеме. Вы меня много раз спрашивали, чем же я монтирую. Сейчас я вам покажу. Я буду монтировать на iMac. Немножко вам покажу процесс. У меня есть влог, отснятый как раз с Виталием Покашеварем, который мы снимали в субботу на вот этой карте памяти. Я ее использую для обычного вот этого фотоаппарата GCMX. Это карточка Ultra High Speed первого класса. Вот, сейчас я вас поставлю на штативчик и направлю на монитор. Все у меня происходит таким способом. Берем карту памяти, вставляем ее, соответственно, в картридер компьютера. Я вот сейчас решил еще протестировать загрузку центрального процессора, используя мониторинг системы, который в самой macOS присутствует. Так, сейчас у нас система загружена практически на там, 6-7%, ну, центральный процессор. Системная память, у меня свободно 10 гигабайт оперативной памяти. Так, я использую Final Cut Pro 10, сейчас он запустится. Я обычно удаляю все...
проекты, которые я создал, чтобы они не занимали место, и Final Cut загружался быстрее. Напомню, что этот компьютер у меня... Сейчас. Core i5, 2,5 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти. Вот, насчет подробнее. Здесь жесткий диск 500 ГБ стоит обычный. Вот я его так и не менял. Ну, как видите, пока еще все загружается. О. За графику здесь отвечает AMD Radeon HD 6750M. На самом деле полная хрень. 512 мегабайт видеопамяти. Окей. Final Cut, смотрите, даже не загрузился. Но вот эту тему можно выключить, чтобы она у нас не загружала тоже процессор. Сейчас у нас... Так, CPM. Нужно мониторинг системы вынести сюда. То же самое, пока еще на 6% у нас ЦП занят. Вот, уже пошла жара, наполовину занят. Сейчас мы создадим новый проект. Что-то никак не выключится. Назовем его, к примеру, влог. Как видите, здесь у меня пока проектов нету, и это хорошо. На самом деле. Потом я просто вот так вот тупо с карты памяти беру и все перекидываю вот сюда вот. Прям вот так вот. Перекидываю быстренько это видео в 1080p. Оно довольно-таки быстро обрабатывается. Я, смотрите, уже сразу могу все это дело проиграть. Привет всем. Сегодня в Москве пятница. Вот. И это снежный день. Если что-то нужно обрезать, здесь все это дело обрезается. Можно все это дело увеличить, уменьшить. Ну и, как видите, очень быстренько все работает. Я, кстати, уже через 10 в режиме реального времени все просматриваешь. Еще. Потом нажимаешь файл, share, мастер файл. Выбираешь 1080p, все, файл готов. То есть ничего сложного. Если нужны какие-то эффекты, они находятся вот здесь вот. Ну, это вам будет полезно, если вы ни разу не работали в Final Cut. Пробовал на Mac работать в Adobe Premiere. Удобно, вообще программа суперская. Она намного, наверное, сказать, профессиональнее, что ли. Там больше всего можно сделать. И для простого монтажа вот Final Cut достаточно. Если хочется какие-то более там спецэффекты, вот, например, заставку можно сделать в Adobe After Effects. Там, кстати, вот я целую неделю работал. Ну, как бы каждый день там сам ничего не будешь делать, я не создаю там анимированные какие-то мультики. Ну, заставку сам себе сделал тогда. Закончил монтаж влога, сверху пустил свой логотипчик слева внизу. Вот, и финальный экран выглядит вот так вот. Здесь 3 гигабайта файл получается. Full HD, 30 кадров в секунду. Нажимаем Next, влог, все, нажимаем Save. После этого можно вот здесь вот посмотреть, когда Sharing дойдет до 100%, файл появится на рабочем столе. А пока все это дело можно свернуть и не париться, вот это пока закрыть. А вот смотрите, загрузка центрального процессора получается, сейчас не занято 30%, вот, на полную работает. А вот как странно, то смотрите, там 2%, то 40%. Сейчас 20. Системная память. Давайте посмотрим. Свободно 8 гигабайт. Ну, это работа диска. Место на диске, сеть. Понятно, это не очень интересно. Но процессор практически на полную катушку работает. Ну, ведь для монтажа видео что самое главное? Наверное, процессор, да? Который отвечает за обработку потоков, все такое. Видеокарта, она же там не используется, да? Ну, вот я, в принципе, планирую что-то улучшить в компьютере, потому что хочется уже, чтобы все это дело происходило быстрее. И в 1080p нормально работает, но в 4K уже iMac мой не справляется вообще. Увлажнение в самом разгаре. Вот. Очень клево. Только иногда образуется вот эта вот белая пыль, она не только здесь, ну и понятно, здесь можно снять, но и на каких-то вещах, вот на технике. Это, видимо, вот из-за того, что эта вот белая дымка, она где-то оседает, получается какая-то хрень. Но вот этот вот чан с водой, она выдует где-то часов за 6. Да, еще на удивление мы не разобрали елку. Хотели это сделать неделю назад, так и не получилось. Чувствую летом, такие, надо разобрать елку. Потом такие, да ладно, уже скоро Новый год. Я не знаю, скоро разберем. Думаю, скоро нужно будет разобрать PlayStation 4. Она очень запылилась. Снять, наверное, всю эту наклейку. Она мне надоела. Наверное, закажу какую-нибудь другую наклейку. Вот, почищу ее от пыли, полностью разберу, пропылесосю. И
Короче, там все эти вентиляторы, все почищу. А то целый год она уже работает. И, видимо, что там сбоку проводил пальцем, там очень много пыли. Так что придется что-то с ней делать. Ну и запишу, наверное, отдельное видео, как вообще разобрать, как ее почистить. Может, тоже многим будет полезно. И многие после просмотра видоса тоже полезут свои консоли чистить все. Ну, там тут гарантия слетает, но это не важно. А ну-ка, скоро уже лето, и можно будет кататься на улице. Я еще, знаете, что планирую сделать? Заказать на Алике какую-нибудь еще подсветочку, вот, и летом установить на этот гироскутер еще немножко, наверное, подсветки по бокам, либо снизу, чтобы она была, ну, не вот так вот мигала, как она, типа, в самом гироскутере сделана, а постоянно горела. И где-нибудь на двух батареечках их там тоже закрепить, чтобы их не видно было. И можно будет кататься уже с подсветкой. Я же люблю всю эту тему, да? Вот и сделаю для себя индивидуально гироскутер со своей фирменной подсветкой. О, ну так тоже круто записывать видео. А, кстати, знаете, для чего еще можно использовать? Как типа стедикам, либо рельса. То есть для записи видео. Я, кстати, об этом еще не думал. При помощи гироскутера можно же плавно передвигаться. Ну, смысл в чем? То есть я что-то хочу снять и просто еду вперед. И получается, да, как будто камера летит. Круто. Я, кстати, такого не замечал. Надо будет взять на заметку. Чуть не выключилось. Такое ощущение, что вся кухня с подсветкой из-за этого гироскутера. Пришел просто водичку себе налить. Ой, нифига, тут что-то все пролилось. Офигеть. Сейчас мы быстренько протрем. Оп, все. Зарядки реально хватает до хрена. Сколько мы с друзьями на нем катались. Плюс я еще катался по дому. Он, наверное, 2 недели назад я его последний раз заряжал. Ну, сейчас. Главное с него аккуратненько вставать. Вот так, а то он вылетает. Ну и все. Так что чем-нибудь с ним замучу. Типа батареечки можно пару вот здесь вот прицепить. Либо где-нибудь сзади. Либо можно вообще на одной батарейке сделать. Зачем там две? Ребят, кстати, как вы насчет Diablo 3? Сейчас просто распродажа. Вообще, стоит его покупать? Не стоит? 1400 рублей. Вроде цена хорошая. Не знаю, может, по нему можно было бы сделать пару видео, может, трансляцию. Понятно, что игрушка старая. Ну, какого августа. 19 августа 2014 года. Стоит, не стоит? Не знаю, я просто ни разу в Diablo не играл. Сейчас оценим, что тут еще у нас по скидкам. Какой-то Bloodborne пропал, вот он. Dark Souls. Ну, такие я не люблю игрушки. В Diablo, в принципе, можно было бы поиграть. И здесь еще на Assassin's Creed скидки. Синдикат 3500. Ну, в принципе, неплохо. Цифровая версия. И усё. А, World of Tanks появился, нифига. Вынесли свое специально, смотрите. Загрузить прямо сейчас, можно танки покупать. А, то есть у нас что, World of Tanks теперь полностью на PlayStation? Ни хрена себе. Дожили. Все играют в танчики, а я ни разу не играл. Ну, как уже говорил, что все люди разные, кто-то играет, кто-то не играет. Я вот, видите, ни разу не играл. И неизвестно, может еще и не буду играть. Главное, что так еще делают, бесплатный премиум танк только для обладателей это PlayStation Plus. Если у тебя нет PlayStation Plus, ты со мной не можешь играть в онлайне. А зачем играть в World of Tanks без онлайна? Ну, сами понимаете, да? Что получается, танк оно для всех. Вот, это я понимаю, поиграл. 41 убийство, 16 смертей. Нормально, и то никакое место не занял. Скоро уже будет 43 ранг. А ну-ка. Тихо-тихо. Сейчас собираюсь приготовить, знаете что? Что-то типа шаурмы. У нас есть такие две лепешки. Они прикольно так поджарены, как на гриле. Думаю, сейчас использовать такой вот, это, знаете, как соус майонезный легкий. Он соевый, что-то типа такого. Вот. Дальше курочка просто нарезанная. У нас была запечена. Всякие зеленые штуки и помидоры. Сейчас думаю, как-то это все порезать и сделать из этого шаурмушку. И запечь все это дело в духовке. Кстати, скоро уже на концерт надо будет выдвигаться. Первым делом уложил курицу,
Потому что мне кажется, что соус, если помазать, он как раз как-то размягчит вот эту лепешку, она, наверное, сломается. Сейчас соус все сюда положу, и надо будет как-то ее закрутить. Нашел еще в холодильнике. Знаете, такое ощущение, нашел, очень много всего лежит. Так, где терка? Блин, терка там. Это что-то типа адыгейского сыра, я забыл, как он называется. Сейчас на него потру и тоже сюда все положу. Операция прошла удачно, и весь сыр оказался вот здесь, вот, потому что все съехало. Так, ну, по моей задумке, должно быть что-то такое, и внутри должно все растопиться в духовке. Ну, наверное. Такой вот быстрый рецепт. Я про сам не знаю, что делаю. Так, просто на ощупь. Так, вот салатом, конечно, вопрос. Его запекать не надо, но я его сам положу. Вы знаете, как в шаурму тоже кладут, вроде, салатик. Но придется не особо его зажаривать. А то салат-то там совсем сплавится. Так, сейчас еще посолим, поперчим. Вообще красиво получается. Возьмем еще немножко кетчупа. Можно, наверное, даже еще немножко горчички. Что-то типа вот так вот. А такая красота получилась. Только не знаю, как теперь все это дело закрыть. Ну что, мы уже практически полностью готовы. Выдвигаемся. Погнали. А мы уже выехали. И все. Сейчас заедем на Таганку. Потом поедем на проспект Мира в Олимпийский. И скорее бы уже заехать. Точнее, доехать, войти и увидеть это и услышать своими ушами и глазами. Ну, глазами, в смысле, увидеть, а ушами услышать. А мы уже на проспекте Мира нашли местечко, где припарковаться. Вот, сегодня парковка бесплатная у нас. Сейчас перейдем, наверное, через проспект Мира и, наверное, сначала зайдем в торговый комплекс, а потом уже в Олимпийский. Переходы в Москве вообще не узнать. Раньше тут все в палатках стояло, в магазинчиках. Все снесли. Очень странно. Я понимаю, что это борьба, но все равно как-то странно. Ладно, все, полезайте в кармашек, достану вас уже, когда, наверное, туда подойдем. Либо зайдем. Удивительно, но мы приехали почему-то на час раньше. Не знаю, как-то быстро так добрались. В итоге нам еще целый час надо где-то гулять. Сейчас пойдем в какую-нибудь кафешку, может, в кофе-хаус. В Альпатио зашли, там очередь, пипец. На воскресенье вечер. Сейчас на ту сторону пойдем, в кофе-хаус, может, засядем. А там небось то же самое. Ну все, мы пришли, засели. У нас первый ряд. Там еще, вот смотрите, какой он высокий, да? Вот, первый ряд, и будем сегодня здесь смотреть. Фу, круто! Ну, осталось подождать начало, сейчас будет разогрев, а потом где-то часов 9, наверное, полдесятого выйдут дракончики. Единственное, что вот неудобно сделаю, видите, здесь народ, справа это танцпартер, а здесь фан-зона. И вот смотреть отсюда, как бы, вообще, наверное, не очень прикольно. Ну, что, крутяк, сейчас народ подзабьет. А у нас это как? С личной подставочкой для ног. Сейчас начинается разогрев. Группа «Правда». А, «Провада». Я, видите, уже немножко перепутал. Что-то народу мало еще. Группа «Провада» выступила. Сейчас поменяют оборудование и начнется. И что-то на весь Олимпийский, странно, очень маленькие мониторы висят, две штучки. Как вот там народ сзади будет на них смотреть, непонятно. И вот здесь вот получается танцпартер, а это фан-зона. Тоже так странно сделали, походу с запасом взяли. Ну ладно, погнали. А самое прикольное по организации в России, это всем крутится реклама постоянно. И у нас, видите, все на скотче держится. То есть вся вот эта ограда, она на скотче примотана по всем. Здесь, 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 дальше. Все на скотче держится, на добром слове. Ребята, работают, меняют оборудование.
Закончилось. Ну, Imagine вообще полностью выложились. Единственное, что мне понравилось, наверное, не знаю, это немножко звук, помещение большое, колонки маленькие, но это наш олимпийский такой. Вот, и, наверное, для людей маленький монитор, потому что если ты сидишь вон там вот, то такого мониторчика его не видно будет. Ладно, а так все было круто. Мы столько довольны. И поехали мы домой отдыхать, потому что у меня, похоже, голос сел. А ты тоже зеленый. Все, короче, поехали. Концерт был просто чума. Меня что-то уши даже заложило. Но звук был не такой громкий, как, например, на Stade de France или в Palau Saint-Jordi. Здесь, не знаю, может, не рассчитали с размером зала. Олимпийский здоровенный, аппаратура не такая уж большая. Ну и как всегда, по дороге домой надо слушать песенки. Да, Imagine Dragons. Странно, что не было Smoke and Mirrors. Очень странно. Реально значимое событие, какого 25 января мы все-таки решили разобрать нашу елочку. Пора это сделать. Сейчас собираюсь снять ролик про новый iPhone, который планируется без входа под наушники. Вот, ну это типа как самые догадки в основном. Сейчас в марте посмотрим. Но перед этим хочу сделать вот этот штатив. Это штатив Кульман, у меня на него был обзор. Вся проблема в том, что вот эта штука шатается. Мне нужно как-то все это дело раскрутить и понять, в чем дело. Потому что так снимать все-таки нельзя. Штатив хороший, но вот эта вот тема вся пугает, шатающаяся. А так он довольно-таки удобный. Он сделал полностью здесь из металла. Так, вот точно, вот это как-то должно откручиваться. Еще два режима. Здесь либо режим видео, то есть можно крутить в разные стороны шарик, либо штатив, режим фото, но только вот так по вертикали будет. Нашел, наконец-то. Долгие поиски. Вот он, заветный, не знаю, как и пакетик от этого штатива, чтобы там все раскрутить. Нашел очень много интересных вещей. Пакетик Apple из самой Калифорнии, из Лос-Анджелеса. Нам привозили Apple TV. Вот оттуда пакет, не знаю, зачем он мне нужен, на выброс. Наушники, еще самые первые от Philips, которые мне дали. Они, конечно, самые простенькие, я ими даже не пользуюсь. Ой, тихо. Лампочка, которая типа дискотека, вкручиваешь, она там крутится. Колонка и зарядка от Google. Да, нетки нашел. И вон, смотри, что. Футболочку отыскал. Тоже Imagine Dragons. Но вчера ходил в толстовочке. Но футболка тоже ништяк. В наборе все не очень богато. Это ножки вкручивать, чтобы, к примеру, зимой, либо летом можно было втыкать в почву, ну или куда-то в поверхность. Такие вот три. Шестигранник обычный. И вот эта вот самая полезная штука. Ей что-то здесь отворачивается. Сейчас найдем. А вот это я еще пока не знаю, что это такое. Так, верхняя часть снялась быстренько. Вот это отворачивается. Теперь здесь этот шарик, и все равно, видите, вот болтается. Немножко манипуляции, все готово. Кстати, очень удобно, что можно из как треноги превратить это все в монопод. Поставил, ну, здесь можно его увеличить по высоте, и можно снимать что-нибудь. И теперь больше вот эта голова не шатается, там нужно было шестигранничком подкрутить под вот этой насадкой, прям туда он вставляется, подкручивается. Круто! Сходили на концерт, еще заснял следующий день. В общем, волк удался. Ну все, давайте, проявляйте активность под видео, ставьте оценки и ждите новых выпусков. С вами был Илюха. Ну все, давайте, пока!